В Никольском морском соборе в Кронштадте открылась небольшая выставка, посвященная святому Иоанну Кронштадтскому. Экспозиция сформирована из фондов Музея истории и религии и Центрального военно-морского музея при поддержке Международного благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор». Было время, когда в Кронштадте не знали, кто такой Иоанн Кронштадтский. Сегодня день его канонизации отмечают как общий городской праздник. И это посвященная ему выставка «Малое прославление всероссийского пастыря», который болел за всю Россию. А все, что связано со святым, оно имеет статус святости. Вот простая книга, простой автограф отца Иоанна. Но ведь это начертано святой рукой. И уже автограф воспринимается как источник благодати. Уже смотришь на него и умиляешься. В центре выставки располагается макет Никольского морского собора. Он был сделан в начале прошлого столетия. Именно его утвердили адмирал Макаров и батюшка Иоанн Кронштадтский. Прежде чем началось строительство собора, 14 сентября 1902 года отец Иоанн отслужил молебен. Он же положил первый камень в основании храма. Нам удалось по счастливой случайности через вот эти все лихолетия провести этот мастерок и выставить сегодня его на нашей выставке. Мне кажется, это очень символично, потому что сейчас в Кронштадте начинается очень много новых строек. Кронштадт преображается прямо на наших глазах. Мне кажется, вот этот мастерок Иоанна Кронштадтского вот как раз является символом обновления нашего любимого города. На каждом корабле, который отправлялся из Кронштадта, бывал батюшка Иоанн. В том числе он благословлял экипаж эскадронного броненосца «Бородино», уходивший на русско-японскую войну. Чтобы об этом знали сегодняшние мальчишки, макет броненосца стал частью экспозиции. А этот прижизненный парадный портрет Иоанна Кронштадтского вдохновил строителей выставки на ее создание. Когда я читаю о том, как люди, соприкасаясь, встречаясь с Иоанном Кронштадтским, становились лучше, действительно теряли много плохих качеств, которые у них были. Я вот, глядя на эту фотографию, вижу, что на самом деле он мог быть таким. Он на самом деле был таким. Обычно на выставках не разрешают трогать экспонаты. Но эта выставка особенная. Каждая представленная здесь вещь – святыня. И к ней можно приложиться.